Салам лиже йоча-влак! Митиндан дене марий йылме урокнам тӱҥална. Кодшо урокышто митиндан дене марла чын саламлалташ, палыме лияш тунемынна. А таче митиндан дене тиде урокым умбаке шуена. Но урок тӱҥалме деч ондак митиндан дене айста шарналтен кодына, мо митиндан дене кодшо урокышто мутланенна. Здравствуйте, ребята! Начинаем урок марийского языка. На прошлом уроке мы с вами научились правильно здороваться и знакомиться на марийском языке. Сегодня мы с вами продолжим эту тему, но в начале урока давайте все-таки вспомним, о чем же мы говорили на прошлом уроке. Салам лиже! Здравствуй! Здравствуйте! Палыми лина! Будем знакомы или давайте познакомимся. Кузета энлимет? Как тебя зовут? Майен лимем Маша. Меня зовут Маша. Мари елмышты эше вес семын саламлалташ лиеш. Кызыт митиндан дене умут да умут кылдыш влакым ончалына. В марийском языке еще можно по-другому здороваться. Сейчас мы с вами посмотрим новые слова и словосочетания. Эр – утро, кече – день, кас – вечер, пора – добрый, добрая, добрая. Марий йылмышты – грамматические категории род уке. В марийском языке нет грамматической категории рода, поэтому слово «добрый», «добрая», «добрая» в марийском языке звучит одинаково «пора». Поро эр – доброе утро. Поро кече – добрый день. Поро кас – добрый вечер. Тиндан лимда кузе – как вас зовут? Те или тиндан мутам – ме мари йылмышты кугуен дене мутланыме годым, але икмыняр йоча-влак дене мутланыме годым кучылтына. Мутлан. Тиндан лимда кузе? Мыйын лӱмем Раиса Арсентьевна. Тендан лӱмда кузе? Мыйын лӱмем Петя, а мыйын лӱмем Миша. Местоимение «вы» – «вас» употребляют при разговоре со старшими или когда разговариваешь сразу с несколькими ребятами. Например, «как вас зовут?» «Меня зовут Раиса Арсентьевна». «Как вас зовут?» «Меня зовут Петя, а меня зовут Миша». А кызыт йоча-влак митиндан дене кок еҥ коклаште мутланымашым ончалына. Сейчас мы посмотрим диалог. Поро кече! Поро кече! Палыме лийна? Палыме лийна! Кузе тендан лӱмда? Мыйын лӱмем Петя, а мыйын лӱмем Миша. А тендан лӱмда кузе? Мыйын лӱмем Раиса Арсентьевна. Добрый день! Добрый день! Давайте познакомимся! Давайте познакомимся! Как вас зовут? Меня зовут Миша, а меня зовут Петя. А вас как зовут? Меня зовут Раиса Арсентьевна. Ну, мой йоча-влак, митиндан ден ынде марла шке иктаҥаш йолташна-влак ден да кугурак еклак дене чын марла саламлалтын да палыме лийын моштена. Айста еще икана ме тидым утлакым шарналтен кодена. Ну что ж, ребята, теперь мы с вами умеем здороваться и знакомиться на марийском языке со своими сверстниками и со взрослыми. Но все-таки давайте еще раз вспомним эти слова. Салам лиже. Здравствуй. Здравствуйте. Палам лина. Будем знакомы. Или давайте познакомимся. Кузе тайн лимет. Как тебя зовут? Кузе тендан лимда? Как вас зовут? Мыйын лӱмем Миша. Меня зовут Миша. Тыгеракын мемнан урокна мучашке лишеме. Вес урок марте чеверын. Наш урок подошел к концу. До следующего урока. До свидания.